известный российский актер и народный артист России Александр Филипенко рассказал о причинах своего решения уехать из родины после политических событий февраля 2022 года в Украине. Звезда сериала «Бедная Настя» поделился своими мыслями о негативной атмосфере и несвободном воздухе на родине, которые, по его словам, напоминают старые времена, против которых он всегда выступал даже со сцены. «Уехал, потому что сейчас не та атмосфера, не тот воздух в стране. И что-то это напоминает старые, так сказать, но такие времена, против которых я и выступал со сцены», — поделился своими мыслями актер. Александр Филипенко не уточнил конкретные детали, но его слова явно выражают недовольство текущей общественно-политической ситуацией в России. Известно, что актер всегда был известен своей открытой критикой и стойкой позицией на различные социальные и политические вопросы. Несмотря на то, что Филипенко решил экстренно покинуть Россию и обратно не спешит в эмиграции, он не забывает выступать против Отечества в своих антироссийских интервью. Так что народный артист России явно не думает о будущем. Ранее сообщалось, что сбежавший за границу актер Александр Филипенко собирает деньги на поддержку ВСУ.